Здравствуйте, это видео необычно, это видео Facebook. Тут у нас дело в том, что в свободном доступе не продается так же, как у нас на этом, скажите мне. Ведь нету ботанического сада, нигде его нету. Не дождетесь, не получите. Бывают такие редкие случаи, когда его можно купить, по-моему, в этом, в лабиринтах. Ну, не всегда нет. Вот видите, нигде я вам показала, нет. Ну, вот сейчас Дед Мороз был настолько добр, что он продает нам ботанический сад. И купить можно всего одну штуку со скидкой. Поехали, покупаем. Специально в Фейсбуке насобирала 130 изумрудов, потому что я же там не играю. И у меня их там просто нету. А так хотелось показать вам ботанический сад фейсбуковский. Ну, знаете, ну... Дождалась. Строить, я не знаю, я уже не помню, как мы строили в другом месте, но тут как-то так. Из-за того, что здесь его не продавали, очень сложно было, скажу я вам, яблоками заниматься. Так, три стадии, ой, идем дальше. И мы сможем только две ячейки поставить. Ха, сурки нужны. Только сейчас обратила внимание, черника, два чемодана. И 5 табуреток. По-моему, несправедливо. Сейчас, конечно, расширим, но смотрите, не 50, а 15. Я уже скопила здесь 162 яблока. По чуть-чуть ставила, конечно, но не хотелось мне их выращивать. Поэтому, ну, по 15 совсем ни о чем. Так, расширяем дальше. И расширяем дальше. Ну и последнее. Расширяем дальше. И на этой веселой ноте больше не поставишь. И обратите внимание, что наши яблочки даже, да, лучше, чем ничего, безусловно. Но, простите, мы потратили столько же изумрудов, сколько потратил ВК, одноклассники. Но в итоге получили подарок намного хуже. И это печально, очень печально. Так, тут в плане полива одинаково. Нет, тут только минеральная вода. Кстати, надо ее поставить. Я ее не делала, потому что она мне была совершенно не нужна. Так, солелитейный. Поехали. Видео на этом заканчиваем. Всем пока.